В этом ролике мы будем проходить игру «Злоумышленник». Пока что для меня самая страшная игра в Роблокс. Давайте пойдем в какой-нибудь режим. Тут многопользовательская, потому что я однопользовательскую пока не выдержу, потому что смотря уже по картинкам, что будет ждать в этой игре нас. Это очень-очень уже страшно. Пожалуйста, можно я не буду один? Мне очень страшно одному. Зайдите кто-нибудь ко мне. А, тут прыгать нельзя. Очень-очень хорошо, так. Тут, вот тут просто все появляются. И дома, наверное, все-таки не убирают. У нас тут есть, короче, лучший торговый центр. Вот чайку возьму. И нормально, и не страшно. Хотя нет, тут нету никого. Кто мог бы тут быть? Потому что все появляются вот... О, господи. О, господи. Вот тут, а? Но никто здесь не ходит, не хочет идти. Так. Окей. Ну, давайте пойдем тогда 3 на 3, короче. Надеюсь, все будет хорошо. Я с ума не сойду от этой игры. Потому что очень-очень страшно. Пожалуйста, зайдите кто-нибудь ко мне. Очень страшно. Повторяюсь. 10 секунд, пожалуйста. Пожалуйста, зайдите кто-нибудь ко мне, пожалуйста. Так, пришлось мне тут настройки Роблокса открыть, чтобы включить запись, потому что тут, видите, тяжело включить запись, выключить. Так, все, нашел себе компашку. Нашел себе компашку из 2 человек. Некоторые меня вообще не принимали. Странно, я заходил, просто они выходили, и все. Очень-очень страшно. Какой кошмар! Не-не-не. Я еще и легко не проходил ни разу. Все, легко, хорошо. Так. Я надеюсь, там будет инструкция, потому что вначале ее не было. О, мы в домике. Ну хорошо, а можно телевизор включить? Это телевизор? Не, гля, это не телевизор. Кулачок 1, 8, 3. Ой-ой. Ладно. У нас. О, мышка шевелится. Да неужели? Так, мы получили сообщение. К сожалению, телефонная связь будет недоступна для ремонта. К сожалению. Ага. Вот шаги, чтобы обеспечить вашу безопасность, если вы стали жертвой инцидента. 01. Спрячьтесь, не бродите по дому, оставайтесь в одной комнате. 02. Подождите, пока злоумышленник покинет дом. 03. Если злоумышленник увидит вас, то удален. Факт. Я надеюсь, что вы теперь готовы к тому, что вы попали в инцидент со злоумышленником. Ёма. Кто электричество вырубил? Телефон. А нет, подожди, коробка. Нафига она, коробка? А давайте свет включим, было бы шикарно. У меня, короче, тревога какая-то. Сейчас я забыл уже, что тут как. Особо, чтобы тревоги не было, нужно вроде бы... Вот. Свет, телефон. А я не знаю, короче, что нужно делать. О, прикольно. Все. Чтобы не было тревоги, подожди, осведомленность появляется. Нам говорили о телефоне. Вруби свет. Видишь, у меня тут тревога. Дурак. Шкаф еще спрятался. Так, кулачок 1, 2, 5, 8, 3. Вот, 3. 8, 3, 3. Это мы. Ну, ё-ма. Ну, нафиг я прячусь. Где прятаться? Ага, нужно следить, чтобы у меня тревоги не было. Так. Типа, если у меня будет тревога на 100, я умру. Если у меня будет осведомленность на 80-100, то я умру. Понятно. И сколько у нас тут время? Можем посмотреть. Нет, нигде нету. Жаль, очень жаль. Так. Я закрою вот это. А ну, еще по приколу хочу открыть. Я открыл. А, закрыли. Нельзя двигаться, мне кажется. Мне... Он пришел. Он пришел. Твою-то. Он там стоит. Он там стоит. Ёб. Что это? Пожалуйста. О, стоп. Все. Ушел? Вроде да. Я не знаю, вроде бы да. Но у меня у меня тревога. Так. Все, врубаем свет, нормально все. Так, 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 у меня. Я сейчас помру. Я сейчас помру, я сейчас помру.
Так. О, господи. Так, у меня 2% и 20% осведомленности, что происходит. Телефончик. Они там, наверное, в ящике сидят. Что-то они, короче, я не знаю. А, не, вот они. А ну, есть там кто? Нет, нету. Все на камерах. Окей, я тоже буду. Опять? Нет. Кулачок 2. Есть кто? А сколько время? Как посмотреть? Кулачок 1. Он, кулачок 1, он еще далеко. Нет, осведомленность как раз-таки хорошая. Так. Он на первом. Обалдеть, как он страшный. Его так бы... Я его так близко видел. Кулачок 8. Ерор. 3. 9. 4. Нету. 5. Нету. 2. 1. 8. 3. Не, нема. 6. 9. Что там? Подожди. Вы не ушли, надеюсь? Ты сейчас выключите свет, меня кинете. Так, 6, 7. Это мы, типа? Это около нас. 9, 5. Подожди, 5? Нет. Либо он прогласил камеру. 1, 2. Нема. Что-то? Нету. Гостиная. Ой, ёпта. Офигеть. Ну, нафиг. А, ну, есть. Вот, вот он, вот он. Веселый. Да, что может быть лучше его... его лица. Ну да, капец. Ой. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Все. А кого-то уже либо убили, либо я не знаю, что тут часть. Что-то... А, это русский даже. Что я его вижу? Он стоит. Он рядом. Вы совсем? Да блин. Я теперь умер. А, понятно. Но я смотрю в камеру. Я вижу вас. Я его вижу. Сюда. Понятненько, понятненько. У меня тревога. Понял. Иди нафиг. Не надо нам. Не надо на гостей тут незваных. Это совсем незваные гости. Нам они не нужны. Нужны? Нужны? Нужны нам гости? Нет. Жди. Либо это его друг, и они там разговаривают как-то. Блин, телефон. Есть? Жди. Может, он ушел уже, а? Не кажется? Если у меня из-за тебя... Если я из-за тебя умру от осведомленности, то я тебя с небес достану. Он ничего не пишет. Либо у нас подставляет, либо... Да все, ушел уже. Хватит. Сейчас так помрем. Так, у меня тревога. Сейчас умру. Все, на камерах нужно. Все, на второй камере. Он на крыше дома только. Что у нас такой дом огромный? Вот реально. Нужно, чтоб... Power out. Ема. Включай. И телефон. А нет, коробка. Коробка. Все, я не знаю, что с этой коробкой нужно сделать. Все, заменили. Шикарно. И еще осведомленность. Нужно убрать. То он тут будет нарастать по 10% в секунду. Так, тревогу нужно брать. Какой кулачок? Один. Он еще довольно-таки далеко. Я не знаю, сколько там время. Бесконечно, не бесконечно. В принципе, так. Сколько времени? Может, тут написано? Нет, нигде не написано, жаль. Тут должно быть написано, пожалуйста. Я его вижу. Обалдеть. Кулачок 8. Наверное, он там где-то. Но если бы он был явно... Он явно... Я уверен, не на третьем, потому что его совсем не видно. 9, 4. Такой странный дом у нас. 6. Пожалуйста, быстрей. Все, нормально. Он как раз сейчас придет, все. Я думала, осведомленность у нас набирается, она исчезает, все. Думаю, это последний раз, и все, мы выиграем. Да, я думаю, то, что мы сейчас выиграем. Мне кажется, лучше не двигаться. Испугался. Я открываю. Так. Что там могут мне сказать? Ой, ё-моё. Он очень близко, фух, я его вижу. А мы будто не видим. Он закрыл дверь, я видел, у него там рука протянулась. А ну? Не-не-не, что ты стесняешься? А-а-а. Всё, идём.
Он ушел. Нет, он пришел. Так. Где Йон может быть? Кто же ночь кончится? Сколько там осталось? Блин, у нас осталось. Сколько осталось? Все. Время. Так, сейчас. Что, камера лунд? Лов? Лов? Да, камера лов, понял. Понял. Я его вижу. Кто знает. Это мини-фигурка. Что-то мама... Что-то мама дала. Прячьтесь. Эй, не понял. В каком смысле прячьтесь? До свидания. Я спрятался, выключать будешь сам. Да блин! Что делать? Все, сейчас дверь открывает, у меня похудела сейчас кана. Так. Будет прикольно, я тут на камерах сижу. Он там. Где он? 6-7. В смысле прячетесь? А, так он только на первый прячется. Свет. Ага. Да-да-да. Поменьше говори. Ответить. Телефонная связь восстановлена. Спасибо за ваше терпение. Теперь мы можем начать принимать звон. Все, есть. Вас сопровождают, но нарушитель остается на свободе. А, это плохо. Все. Касценов, наверное, не будет, да? Слава богу. Ну, а на этом вот такая вот очень-очень страшная игра. В принципе, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, писать свои идеи для следующего ролика. Ведь именно твои идеи попадут в следующий ролик. Нету танцев. Ну и всем спасибо. Всем пока-пока.